Привет! Сегодня мы научимся рисовать кожу маркерами и сделаем симпатичный купальник для нашего шаблона фигур. Нам потребуются маркеры. У меня несколько оттенков. Обычно, если мне нужен более светлый тон кожи, то у меня есть основной светлый маркер. И маркер для теней. Чуть-чуть потемнее. И также для другого оттенка кожи нам потребуется вот такой маркер. И второй для теней к этому оттенку. То есть всегда, когда мы рисуем кожу, мы используем 2-3 маркера. Двумя отлично получается. Один какой-то основной светлый тон и тон для теней. Купальник нарисуем любым цветом, который нам захочется. Обязательно нам потребуется карандаш и линер для того, чтобы сделать красивую обводку. Приступим. Thank you.